Так, и снова, дорогие друзья, всем привет. Меня зовут Костя, и вы на моем канале. Богдан снял видео со мной, как реакция на мой канал. Что ж, теперь моя очередь. Ура! Трансляция будет! Ура, 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 ура! Просто лайкаем это, просто это лайкаем. Все, ура, ура! Во сколько? Все, просто пишу с заглавными буквами, мне уже просто... Ура! Просто ура, наконец-то. Так, ну что ж. Вот он снял про меня 13 минут назад, моя очередь. Он испортил на праздник. Кто? Со второго аккаунта. Таким образом, он поймет, что тебе интересно. Классно. Так, не пойму. Ладно, продолжаем. Вот такой у него канал. Ой, я не туда зашел. Да, блин. Так, это я не туда, что-то я вообще уже... А где ты у меня? А, вот он. Что-то у меня он в самом конце стоит, а он у меня раньше впереди. Прям вот я вот захожу в подписки, у меня он вместо метро Петербурга, у меня он еще здесь стоял. Ну ладно, так уж... Что, новое бить? А, это у меня. Так. Ну, будем смотреть его шортсы, посмотрим, что у него такого интересненького на канале. Тут лайк кто-то у меня, тут тоже. Тут почему-то нет. Тут лайк кто-то, тут тоже. А тут почему-то нет. Тут лайкнуто, тут тоже. Блин, чуть не могу найти маленький пульт от телевизора. А чё? А я же ставил. А, это я на другом. Так, а тут сейчас я вообще его видео что-то не лайкаю. Это такого быть не может. Я же его каждый день смотрю, блин. А, опять пропустил. Ура, я его нашел, блин. Так, тут почему-то не лайкнуто. Вот почему? Чё за хрень-то? Капец. Это когда было? У него 4 часа назад было. Ой, 3-4 недели назад было, а я до сих пор не лайкнул. Тут тоже. Так. Ну, вот его канал, в принципе. Шо, опять? Может, вот пошел ты в жопу, если честно. Реально задолбали уже. Просто бесят такие. Просто реально уже все задолбали. Ну да, тут, конечно, драка небольшая, ну ладно. Что ж, давайте теперь смотрим, что у него... Да. А, у него еще не вышло. Так, ребят, что-то я отвлекаюсь уже на другие каналы. Давайте позже, я хочу трансляцию. Когда она начнется? 10 марта. Я успею, я... Да, я успею, у меня завтра 4 урока. Завтра буду трансляцию смотреть. Он снимал видео 1 час. Богдан топ. Согласен. Уважаю этого чела. Застрял в лифте. Чё, тоже не смотрел, походу. Чё в комментах? Чё-то реально, вот как-то меня бесит эти челы, которые ему пишут удали канал, потом... Ну, вы уже знаете, что у меня первый канал забанили, все, его больше нет. Так, тут все. Моего комментария нет, это ошибка. Это ошибка, ребят. Ой, не так. Вот так, вот так вот. Да, блин. Вот так вот. Богдану пишем только топ и точка. Все. У меня больше нет вариантов. Ну, я уже жду, уже не могу ждать, если честно. И его сообщество чего-то тоже не лайку. Честно, но я... Все лайкаем, все лайкаем. Это же мой друг лучший, блин. Не пойму, блин, я себя... Боже, вот 4 месяца назад я не лайк. Да, блин, у него трансляция была.
А я не посмотрел. А, это вообще когда было-то? А, 28 октября было. А у него в ноябре, я так помню, день рождения. По-моему. Ну да. В принципе, в ноябре кайфую. Но меня, ну, я уже пропал, если честно. Все, Костя 153 уже, все, он сдал. Ой. Боже, Богдан, М, зачем? Поздравляем. А где за... Да блин, я что, камеру не поздравляю. Да, только давайте ему не будем хамить, как мне, например. Да ты задолбал телефон уже. Посмотрим его ролики. Ну что, как бы, если честно, это была, по-моему, моя идея, потому что я, по-моему, такой же снимал. А, по-моему, Денис. Это мой... Я пишу с планшета, я отписался от тебя на планшете. И вам советую отписаться на планшете у меня. Комментарий смотри. Чё? Буап. Чти, не понимаю логику. Богдан, сколько у тебя там памяти, блин, у меня вопрос. Такой интерес. У меня вот памяти вот сколько. Сейчас вам покажу. Сейчас вам похожу, блин. И она сейчас у меня запа... Да, блин. Мы переходим к этому, конечно же. Так, давайте я вам покажу просто память свою и все. Вот, у меня доступно 79 гигабайтов. Гигабайтов. И занято у меня примерно 10... Да, блин. Да. Что за хрень? Сейчас, ребят, продолжим. Давайте я почищу быстренько телефон. Быстро действуем. Что у нас там? А, уже 80 доступно, отлично. Что, мы возвращаемся уже к Ютубу обратно. К Богдану. Да, Богдан, ты, конечно, у нас герой мира. Вот, все, да, вот ставьте уведомления. Короче, давайте посмотрим его трансляцию. Как-то в 19.11 начинается все. Так, если я в 19.11... А, я же во вторник не иду в школу, все, кайфую. Дети лохи ему пишут, блин, которые его канал хотят удалить, блин. Но он не, вообще этого не потерпит. Это Дима Оранж. Потом про него, кстати, тоже как-то расскажу, но чуть позже. Оба-нова. Кстати, реально, его комменты... Когда ему писали, помните, ему писали, удали канал? Помните? Да. Блин. Кстати, я что-то с Даней тоже уже что-то перестал общаться. Блин. Да, ребят, все, поздравляем Богдана, ему перестали писать, удали канал. Наконец-то, блин, эти придурки от него отстали уже. Да, у меня новый телефон, я ему уже писал. Нужно было поддержать. Поджечь. До... Так он поджег, ты чё, слепой, блин? Ладно, ребят, мы закончим на этом. Богдан, позже заметь. Нет, он, конечно, сможет. Ладно, всем пока. А, еще попрошу Богдана снять вторую часть, потом я его тоже сниму, вторую часть его канала.